Отношения Примадонны и юмориста снова стали предметом повышенного интереса публики. Знаменитости приняли участие в очередном выпуске передачи «Русские сенсации». Алла Пугачева и Максим Галкин рассказали, как зародились их отношения. Звездная чета стала гостями в студии шоу «Русские сенсации». Выяснилось, что познакомил Примадонну с юмористом Филипп Киркоров, который на тот момент был мужем певицы. Тогда никто и представить себе не мог, чем обернется эта встреча. Больше по теме Алла Пугачева и Максим Галкин демонстрируют нежные поцелуи на публике. Знаменитые супруги приняли участие в съемках новогодних программ, где показали семейную идиллию. Галкин признался, что всегда восхищался творчеством певицы, но при знакомстве с первого взгляда он не влюбился. Сама же исполнительница не стала скрывать, что была несколько шокирована во время знакомства со своим будущим возлюбленным. Она рассказала, что прямо спиной почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Она злобно обернулась и попыталась испепелить молодого человека взглядом, но тот лишь улыбнулся ей в ответ. При этом Пугачева отметила, что испытала не любовь, а чувство, будто по ее телу пробежал ток. Тем не менее, Примадонна еще 3 года после судьбоносного знакомства оставалась женой Киркорова, но все уже было предначертано, любовь смела все преграды, пишет сайт Дни.ру, ранее сайт Телепрограмма. Про писал, что Андрей Разин рассекретил настоящую любовь Пугачевой. По мнению основателя «Ласкового мая», единственным мужчиной, кого любила Примадонна, был ее первый муж Миколас Арбакас, которому она подарила дочь Кристину Арбакайте.